Друзья, вы видели кино «А зори здесь тихие»? Вот что-то типа того. На самом деле это покос внешнего периметра. Летний лагерь Суворовского училища. Пипец трясина. Даже шлем приходится сбрасывать, все забрызгано. Короче, это, провалился, как трясина, как топ. Ну все, нормально, задачи выполняем. Плюс 7 924 123 24 44. Трансферфактор при физических нагрузках, посмотрите, загуглите YouTube канал Стороженко Владимир. И это не просто я видосы снимаю, там показуха. Это выгода ваша для здоровья и выгода ваша по бизнесу. Вот. Кому-то я потом, может быть, когда разбогатею, покажу, что у меня были даже на этапе предпринимательства и такие моменты в жизни, да. Вот, посмотрите сайт.